Всем привет, ребята! Сейчас вы видите моих улиток. Я хочу вам рассказать одну историю, как мы сшили. То есть мама мне сшила вот такой вот матик. Наверное, этот контейнер. У нас просто у других улиток у меня есть. Их там 8. Они живут меньше этого контейнера. И они живут в ведре. Так вот. Они живут у меня пока что на мхе. Ну, мы им сшили вот такой вот матрасик для больших улиток. И тот кокосовый субстракт мы отдали тем улиток, которые сидят сейчас на мхе. Вот так вот дела у моих улиток. Вот одна улитка. Это улитка Турбо, потому что она самая быстрая и энергичная, больше двигается. Это улитка... сейчас вот такое вот ракушко. Это улитка Зюзя. Так, стоп. Это вот Турбо, а это... Зефирочка, а это Немо. Немо такое, это редкая рыбка, но мы решили назвать и Немо улитку. Получается, Турбо, потому что у нее вылазит ракушка вот здесь вот. Зюзя. Зефирочка. И Немо. И кто? И пишите это в комментариях, если вы это хотите, чтобы я сняла коллекцию моих улиток. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. И, кстати, я забыла вам уже давно сказать, что когда у нас будет 300 подписчиков, я сделаю свой канал об улитках. Так что бегом подписывайтесь. И уже будет новый мой канал. На этом все. Всем пока-пока.